Третий день подряд жители Донецка просят у власти услышать их. В кои-то веки народ снова чувствует себя силой. Движущей силой, которая готова бороться за свои права, за свое будущее, за свою историю. Заявления донецкого городского главы Александра Лукьянченко воздержаться от митингов не подействовали. Не испугало протестующих и большое количество милиционеров. Люди пришли отстаивать свою правоту и добились победы. С самого начала по требованию народа была созвана внеочередная сессия Донецкого областного совета, на которой глава Донецкого облсовета Андрей Федорук сложил свои полномочия. После на сессию облсовета для выступления пришла делегация от собравшихся на площади. Они зачитали депутатам требования митингующих. Неправильно оценив обстановку, депутаты облсовета тянули время, хотели назначить Александра Шишацкого председателем облсовета. Они попросту еще не понимали, что происходит. Власть ускользала из их рук к народной силе. Штурм был успешным. Митингующие вошли в здание ОГА, а депутаты сбежали на верхние этажи. Утром 3 марта открывалась неочередная сессия Донецкого областного совета. Мы отчетливо видели, что местный политикум сдается, что он попробует оседлать нашу повестку дня и ничего не делать, только выторговывать у киевской хунты условия сдачи. Эта провинциальная элита никак не могла понять, что она уже никто, и с ней в Киеве не собираются разговаривать на равных. Вот так, впервые в нашей современной истории люди сами выбрали, как им жить дальше. Люди самые разные. Все они были на митинге, от мала до велика. В занятом нами сессионном зале объявляю, мы формируем новый состав областного совета и народное правительство. Мы создадим свой Верховный Совет Донецкой области. Депутатами в них будут делегаты от каждого города и региона. По два человека от города. Я говорил, что каждую кандидатуру в народное правительство мы примем на широком вече. Изложив план в сессионном, выхожу на улицу и повторяю это все митингу.